Быстрый перекус на скорую руку, легкие и полезные блюда для сбалансированного рациона или настоящие гастрономические шедевры. Азы кулинарного искусства молодые люди с ОВЗ и инвалидностью смогут узнать на одном из серий мастер-классов по профориентации, которые стартуют в молодежном центре в ноябре. У нас еще будет мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, что тоже очень важно. Что делать и как себя повести, если с человеком, который находится рядом, вдруг сделалось плохо. Главное не растеряться. Но а тому уже, какие действия нужно предпринять, нам помогут узнать студенты-медики из нашего медколледжа. В рамках проекта ребята попробуют свои силы в разных направлениях, будут учиться маловарению и росписи пряников. Первое занятие посвятят живописи. Занятие проведет саровский художник Вера Язева. Ребята попробуют сделать небольшую зарисовку акварельными красками и познакомиться с жанром пейзажа. Цель мастер-классов – помочь молодым людям с ОВЗ и инвалидностью найти то направление, в котором они захотят развиваться. На первый взгляд кажется, что мастер-классы они довольно простые. Они потому что адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это то, что можно сделать самим в домашних условиях и научиться зарабатывать на этом и таким образом стабилизировать свое финансовое положение. У нас очень много, например, самозанятых людей, которые дома изготавливают имбирные пряники для продажи. Кто-то делает сувениры из мыла. Первый мастер-класс по живописи пройдет 3 ноября в 15 часов. Записаться можно по телефону 99-112. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.